Исторически до 2010 года экономические кадры Республики Татарстан готовились в Казанском финансово-экономическом институте, в Казанском госуниверситете на экономфаке, на экономических факультетах ряда отраслевых вузов, которые находятся на территории города Казани и Республики Татарстан. В 2010 году образовался федеральный университет. И флагман экономической науки – России влился в состав федерального университета. Да, вы правы, неоднозначно экономическая общественность восприняла эту ситуацию. Очень неоднозначно. Я беседовала с рядом выпускников, по-разному к этому отнеслись. Но я хочу сказать, что то, что мы вошли в состав Казанского федерального, дало нам новый толчок. Дало нам большой толчок развития. И мы абсолютно не отказались от тех приоритетов, которые были в Казанской экономической школе. Чем была знаменита школа Казанского финансово-экономического института? Школа Казанского финансово-экономического института – это сильные финансисты, сильные бухгалтера. Так же и осталось. Наши бухгалтера – одни из самых лучших не только в республике и не только в стране. Они работают во всех ведущих консалтинговых, бухгалтерских, аналитических, аккаунтинговых, каких угодно компаниях мира. Все, я с гордостью это говорю, я очень люблю своих студентов, я вспомнила, что я закончила сама бухучет и анализ финансово-хозяйственной деятельности. Но я хочу отметить, что в 80-е годы это не было такой престижной профессии. Бухгалтер был просто техническим работником. Сейчас, конечно, к нему изменилось отношение. И бухгалтер уже не тот, который был 20 или 30 лет назад. Это прежде всего финансовый аналитик. Это человек, который позволяет руководителю принять то или иное решение. И оно должно быть правильным, чтобы поддержать компанию на плаву и вывести ее вперед и еще дальше. И этим занимается одно из наших направлений. Это аккаунтинг, это бухучет в составе такого большого направления, как экономика. Экономисты остались. Они интересны, туда идут, там очень много народу учатся, и им очень нравится учить бухучет. По-разному к этому относятся взрослое население, по-разному к этому относятся наши конкуренты, но мы учим одному из лучших бухучетов. Чему подтверждение? Недавно полученная, ну не то что недавно, год назад полученная аккредитация CCA, это международная аккредитация штаб-квартиры, международная аккредитация ассоциации финансовых аналитиков и финансовых менеджеров, штаб-квартира, который находится в Лондоне. Кстати, вчера приезжала заместитель руководителя данной ассоциации по образовательным программам всей восточной части Европы и Востока вообще. И более того, у нас будет уже аккредитована CCA не только одна, но и две программы. Да, у нас самые сильные бухгалтера. Второе направление, о котором я хочу сказать – мы готовим кадры для нашей финансовой системы. Мы готовим кадры для министерств и ведомств, для нашего казначейства. Это наши государственные, муниципальные, корпоративные финансы. То есть они по-разному могут называться, но нет такого учреждения Минфина, нет такого райфинотдела, где бы ни работали наши выпускники. Они все там. То есть это как бы наша школа. По-разному кто-то говорит, что падает интерес, не падает интереса. Ребята идут на госслужбу и работают там, и это им привлекательно, им это тоже достаточно интересно. Следующий момент, где работают наши экономисты, это, естественно, они работают просто бухгалтерами, аналитиками, в корпорациях, на предприятиях, извините, любое маленькое предприятие должно иметь кого? Бухгалтера. Или, по-разному он называется. Правда, здесь идет дискуссия. Все уже говорят, что бухгалтер – это не профессия 21 века, что она умирает, и что бухгалтеров не будет. Вот недавно прошла коллегия Минпрома и Минэкономразвития, и министр промышленности Каримов сказал, что те дети, которые в этом году придут в школу, уже не будут экономистами.
Но я с ним соглашусь, наверное, в том виде, в котором мы привыкли видеть экономистов и бухгалтеров сегодня. Наверное, нет. И они уже не будут такими экономистами, а они будут теми, в любом случае, они будут помогать своему руководителю принимать то или иное правильное экономическое решение. Они должны соптимизировать экономическую жизнь предприятия. Любое решение любого руководителя, даже наши САЕ, наши приоритетные направления, без того, как посчитать деньги, они жить не могут. То есть любой человек должен иметь человека, которому правильно сосчитает деньги и подскажет, как их правильно израсходовать. Это останется навсегда. Как это будет называться? Финбук, финанализ, аккаунтинг, я не знаю как. На английском, на немецком, на французском. Но такой человек будет всегда. И поэтому это сохранится. Это вот то, что касается экономистов. Немножечко я хочу остановиться, как бы рассказывая и говоря о нашем институте, о других направлениях. Мы же не классический финансовый институт, который был несколько лет назад. У нас очень сильное отделение, очень оригинальное, интересное отделение развития территории. В основе данного отделения находится такое направление по подготовке специалистов, как госмуниципальное управление и география. Что это такое? Это управление муниципалитетами, управление экономикой муниципалитетов, территорий, агломераций. Многие наши сотрудники работали по программе развития, социально-экономического развития Республики Татарстан и до 2020 года, и до 2030 года. То есть это все, что связано с развитием территории. Но территория – это же не только экономика, это и ландшафт. Это и геодезия, и у нас все это есть. И даже наши озера, и наши природоохранные зоны – это тоже территория. И наш известнейший профессор Мингазов, она везде рядом, и она проталкивает те или иные программы, работает в них, и это тоже наш институт. То есть помимо того, что мы готовим специалистов, которые считают и помогают принять решения, мы готовим тех, кто управляет территорией. А вообще-то сила России – это в территории. Россия – огромная страна, и специалисты по управлению территории будут востребованы всегда. Ну и последнее направление, третье направление – это менеджмент. Неоднозначное восприятие этого направления. Все думают, что такое менеджмент. У многих людей почему-то менеджмент воспринимается как продавец в магазине. Это неправда. Менеджмент – это управленец. Но любая функция управления строится на анализе. Поэтому одним из самых интересных направлений это является финансовый менеджмент. Второе интересное направление это корпоративное управление. Управление человеческими ресурсами. Это все входит здесь. И менеджмент, без него никуда. Но это не продавцы в магазинах. Это люди, которые управляют и помогают управлять, и помогают в принятии тех или иных решений. Не всегда с помощью финансов, но просто с помощью анализа той или иной ситуации, которая существует на производстве. Вот примерно такой сейчас Институт управления экономикой и финансов КФУ. Публикационная активность – это не обязанность человека написать ту или иную статью. Публикационная активность – это мы кладем на бумагу результаты своих исследований. В чем сложность ситуации у гуманитариев? Мы писали всегда, статьи были необходимы всегда. Просто не всегда они содержали какой-то фактологический материал. Не так много было среди гуманитариев журналов, которые индексируются. Почему? Да, мы были в разных экономиках. Более того, у нас были не просто разные экономики, у нас были разные идеологии. Но сейчас самый большой интерес именно к постсоциалистическому периоду. И публикации, наоборот, очень заинтересованы. Проблема – миграция. Это проблема, о которой говорит весь мир. Это не проблема естественных наук. Это проблема социальных наук. Это проблема экономических наук. Что такое мигрант? Как он воспринимается? Как он входит в ту или иную мультикультурную среду? Это очень большая проблема мира. И опыт любой страны очень интересен. Другое дело, что мало на эту тему было публикаций. Мы, может быть, не уделяли этому времени. Но сейчас мы тоже с этим столкнулись.
здесь. И у каждого свой вид миграции, свои проблемы миграционных процессов. И я думаю, вся проблема не в том, что нас не заставляют писать. Дело не в этом. Дело в том, что не всегда наши научные исследования коррелируют с теми вопросами, которые интересны в экономическом и в гуманитарном мире. И вот мы сейчас, работая с аспирантами и магистрантами, стараемся перетянуть их в глобальные проблемы, одним из которых является миграция. Вторая проблема, к примеру, качество жизни. Что вы думаете, качество жизни неинтересно? А это и питание, и медицина. И уровень жизни, и даже налоги, которые мы платим, это тоже качество жизни. Поэтому, когда мы будем воспринимать те или иные проблемы с точки зрения глобальных проблем, а не местечковых, тогда никаких проблем с публикационной активностью нет. Да, не каждый умеет еще излагать свои мысли на бумаге. Но это больше относится к более старшему поколению. Но гуманитарии писали всегда. Немножечко мы меняем. И миграция больше всего касается менеджмента и управления территориями. То, что касается финансов, очень большие проблемы связаны по финансовой аналитике. Посмотрите, как изменил мир финансовый кризис. Он очень сильно изменил. И почему мы идем к исламской экономике, считается. Почему мы идем к ней? Потому что основы исламской экономики не предусматривают получение прибыли. И в последнем кризисе выстояли исламские банки. И поэтому пошел мировой интерес к этому. Об этом тоже надо писать. Просто, я еще раз говорю, проблема в том, что не всегда тематика исследований наших молодых ученых, тематика исследований даже наших взрослых ученых, она интересна в глобальном мире. Если мы поменяем, а мы уже стали менять направление исследований, я думаю, что мы будем печататься и в более интересных журналах, и будет расти публикационная активность. Я думаю, что сейчас, более того, даже мода на определенный постреволюционный период, постсоветский период, как происходит изменение. А я думаю, что через 20-30 лет человек, который прошел и советский период, и основы перехода в рыночную экономику, он вообще будет интересен для изучения в мире. Он просто будет интересен. И поэтому я думаю, что активность по публикациям будет расти. Не так много в России. Проблема ведь в том, что не так много в России еще журналов. И не все владеют достаточно языком. Но я думаю, что проблема это решится. И люди уже работают над тем, как писать на английском языке. И как писать статьи для индексируемых журналов. Я думаю, что вот мы уже идем к этому, и растет у нас и публикационная активность, и востребованность, и цитируемость уже наших статей, как на русском, так и на английском языке. Но очень продуктивно мы находимся в двух стратегических единицах. И это не всегда учитель 21 века. Это то, что касается с космосом. Астровызов. У нас очень большая группа под руководством профессора Панасюка. Она вот в этой стратегической единице по астровызову как раз связана с геодезией, с географией, то есть как раз с территорией. И к нам даже приезжает PhD по этой теме. То есть вот здесь очень большой момент присутствует. На втором месте учитель 21 века. И здесь большую роль играют люди, которые занимаются преподаванием языка. Это наша кафедра английского языка в бизнесе, в экономике и финансов. Они очень хорошо тоже вошли и подняли и активность и данного САЕ. Они очень конкретно работают. Следующий шаг, я думаю, что я не хочу сказать, что вот мы так вот плотно в САЕ по медицине, но я хотела бы сказать, что мы очень плотно работаем с нашей клиникой по вопросам управления. И я думаю, что моменты, связанные с нейромаркетингами, очень такие моменты, они будут и с медицинским блоком. Может быть, это будет не совсем так в САЕ, но с медицинским блоком мы тоже плотно работаем. А то, что касается нефти, эконефти, я же говорю, все же считают. У нас магистерская программа «Экономика нефтегазового комплекса».
И по-разному идет, есть дискуссии по открытию еще одной программы. И я думаю, что это тоже как момент будет вот с «Авейко нефти». Я же говорю, мы присутствуем везде. Мы не афишируем громко, что вот мы там, мы не САЕ, но мы везде, потому что считать надо везде. Экономика, она присутствует везде. Но я хочу сказать, что дела у нас обстоят очень неплохо. У нас магистерская программа, мы этим очень гордимся, полностью преподается на английском языке, это общестратегический менеджмент. Двойной диплом с Гисонским университетом. Включенное обучение с рядом дисциплин на английском языке – это программа CCA. Я думаю, что, может быть, к 2018 году программа CCA тоже полностью будет преподаваться на английском языке. Это как бы вчера как раз, вот когда Афросаджат из-за CCA была здесь, обсуждался вопрос о двойных дипломах с Лондоном, с одним из лондонских университетов. Именно по аккаунтингу. Это как бы то, что касается финансов и менеджмента. Но у нас очень интересная программа академической мобильности по магистратуре. И я пока стою на точке зрения, что если делать магистерские дипломы, преподавать на английском языке, это все-таки магистерские программы. Там и уровень языка получше, и уровень студентов уже несколько другой, у них задачи несколько другие. Очень хорошая академическая мобильность у нас на бакалавриате с чехами, с немцами. На сегодняшний день у нас 620 иностранных студентов. В основном это СНГ. У нас очень много ребят из Казахстана, из Узбекистана. Есть ребята из других республик и есть из дальнего зарубежья. Но это не такой поток. Ну вот 620 человек у нас учатся практически один. У нас институты есть, где столько студентов. У нас вот столько иностранных студентов. Вот. Я считаю, что ребята у нас очень хорошо интегрированы. У нас нет проблем, самое главное, у нас нет проблем не по религиозным взаимоотношениям, не по культурным. Я считаю, что вообще наш институт, благодаря нашему управлению социально-воспитательной работы, вот выстроил какую-то мультикультурную среду, где комфортно всем. Несмотря на вероисповедание, культуру, цвет кожи, то есть у нас... Они разные, и все они любимы нами. Вот это вот самое главное, у нас есть эта среда для них, для этих ребят. У нас на англоязычных программах у нас пользуется спросом у немцев, которые репатрианты, наши и китайцы. И Китай тоже многолик, разнообразен. Не везде хороший уровень английского языка, но те, кто приезжают в магистратуру, у них достаточно неплохой английский, и они могут там учиться. И я думаю, что когда мы поставим ICCA, там одним из магистрантов это будут ребята из Китая. У них они очень котируются, вот финменеджмент, финаналитика. Прежде чем говорить о наших инфраструктурных изменениях, я хочу просто начать со слов благодарности нашему ректору, который взглянул на это здание хозяйственным взглядом и в самом деле принял, ну, как бы наше пожелание, поддержал нас в том, что ребята, которые платят достаточно, ну, самую большую плату за обучение, должны учиться в нормальных условиях. И было обидно, в самом деле, когда мы вошли в 2014 году в это здание, я закончила этот институт в 85 году. В 88-м я ушла в декрет и вернулась вот только в 11-м году в федеральный университет. Я вам хочу сказать, когда я вошла в это здание в 11-м году, увидела, оно мало чем поменялось. И, конечно, было обидно. Уровень студент, уровень образования, которое оно давалось, не соответствовало упаковке, в
которой все это находилось. И тогда руководство университета во главе с Сашей Травкатовичем приняло решение изменить, конечно, ту картину. Мы, я еще раз говорю, я буду говорить это всегда. Мы очень благодарны Саше Травкатовичу за то, что вот он, прежде всего, он поддержал то, что мы сделали отдельно центр магистратуры. Все же началось с этого. Мы выделили отдельное помещение для центра магистратуры. Мы выделили его из учебного процесса. Мы его просто, учебный процесс, мы поделили на уровни образования. У нас есть бакалавриат, у нас есть магистратура с аспирантурой. И вот как бы вот две части. И для ребят, которые учатся уже по более, на более высоком уровне, мы сделали отдельное помещение. Красивый центр магистратуры, который был открыт торжественно, с тортами, со всеми. Вы знаете, как это было. Ребята очень довольны, он оснащен. И когда мы реконструировали здание, к чему мы шли? Мы делали среду для студентов. Ведь не обязательно опираться на другой, на вуз зарубежный. Мы просто делали помещение, где студентам интересно общаться, сидеть, даже спать. Да, дважды ректор, обходя, видел дремлющих студентов на пуфиках, которые поставили. Ну, что в этом? Ну, дети, что где-то не выспались, но они же пришли в институт, они же здесь. И когда мы проходим каждый день и видим заполненные кресла, заполненные вот эти все места общения студентов, вот это радуется. Мы сделали коворкинг-центр, где ребята собираются. Мы сделали, вот я же говорю, сам факт, что везде стоят не просто какие-то пластиковые стулья, а нормальные диваны, ребята это очень ценят. Им и в самом деле это очень нравится. Мы делали среду, не просто ремонт. Мы создавали место, где ребятам интересно быть всегда. И просто приходить. Они, на самом деле, приходят и сидят. Даже рядом с моей приемной там горстка ребят собирается. Я говорю, ребята, что-то случилось? Они говорят, нет, нам просто здесь хорошо сидеть и разговаривать. Наверное, это самое приятное, что может услышать директор.